Всем доброго времени суток. Всем привет. С вами Александр и Наташа. Сегодня начинаем играть Paul Vault. Скорее, или... пощупаем. Пощупаем. Мир друзей. Или мир приятелей. Сложно сказать, как правильнее. Вообще, палами здесь называют вот этих вот похожих на покемонов. Про игру мы мало что знаем. Ну так, Наташа там, наверное, вообще ничего не знает. Ничего не знаю вообще. Вот, а я-то немножко зашел, немножко полазил. Ну так, очень немножко, чисто проверить, как она у меня работает, как идет, какие могут быть проблемы. Саша мне такой: Наташа, это наше, нужно. Я говорю: ну хорошо, нужно, значит, нужно. Отдельная, кстати, благодарность Кингину, который нам в бусте цель закрыл прям вот в одно лицо. Ну да, мы думаем, ну посмотрим, сейчас интересно людям, вообще неинтересно. Саша такой: Наташа, говорит, все, надо играть. Мы там цель сделали просто. Paul Vault, хотите? Да, с вопросом, хотите или нет, посмотреть. Но есть вообще у людей интерес, нет? То есть мы так подумали, что даже если там наберется небольшая какая-то сумма, ну все равно хорошо. Ну да, докупили бы просто, и все. То есть мы все равно ее запланировали. И главное, вовремя, на волне хайпа. Да-да-да. Нам уже там высказались некоторые люди, что что это мы в хайповые игры играем, вот это вот. Лучше бы поиграли во что-то более интересное. Ну так. Ну я, допустим, еще не знаю, интересно это или нет. Я думаю, что нам понравится. Угу. А там уже посмотрим. Да, эта игра очень похожа на Conan, только без кровища, скажем так. Без жестокости. От более хотя, мультяшная. Вот этих палов нам придется заставлять работать на нас. Не, ну чего, это же приятно, когда кто-то работает, а ты смотришь и командуешь. Да-да-да, поэтому я и говорю, нам понравится, я думаю. Угнетать, да, значит, будем? И без голых женщин, да. Ну, что, там вообще раздеваться нельзя. Ну, они такие, поначалу они относительно там в повязочках. Что где-то. Вы имеете вообще против голых женщин? Я это вот не на запись, так сказать, дисклеймер. Мне уже Google, когда я искал Paul Vault обои, подкинул, что там мод уже есть на голых женщин, так что... А, вот так вот. Да, для желающих и то уже есть. Так что мимо, мимо. С женщинами и с не очень одетыми. Ладно, давайте, наверное, играть. Я вчера... Подожди, я тебя еще перебью последний раз. А вообще у нее рейтинг какой у игры? Ой, я думаю, что у нее рейтинг для всех возрастов. Я, конечно, не уверен в том, что там будет... А, ну то есть у нас это все равно будет как минимум 14+. 12+, наверное, потому вполне что... себе. Я не уверена, что шуточки. Я... Да, удержусь. Прям совсем уж. Посмотрим. Я думаю, что у нее нет пока официального рейтинга. Она... Игра, кстати, в раннем доступе. Тут сразу вот, когда игру запустил, окошко высвечивается, что это ранний доступ. У нас есть баги вплоть до того, что может удалиться сейв персонажа. Имейте в виду, так сказать. Поэтому на свой страх и риск. Но я так погуглил. Вроде все говорят, что все нормально. Понятно. Работает она неплохо. Вот по поводу того, что хайпово-не хайпово, я вчера заметила, что он у нас в DC уже сидят, играют, пилят. Да. Да. Эксплуатируют покемонов по полной. Да, эта игра вот буквально несколько дней взорвала просто интернеты. Я сначала не хотел, думаю, ну ладно. А потом так это немножко посмотрел, о чем, про что. Думаю, вообще наша, конечно, как бы. Было бы интересно, наверное, посмотреть. В общем, чатик решил коллективно, что они за голых женщин. И говорят, что я матерюсь как сапожник. Понятно. Все. Игра 18+. Уберите детей от экранов. Я за себя не отвечаю. Давайте начинать. Давайте начинать. Я хотел сказать еще, что мы подняли локальный сервер в
вчера озаботился этим моментом и поднял локалку. Вот, будем играть на сервере, чтобы не через кооператив мучиться там и так далее. Поэтому у выделенных серверов, у них там свои какие-то могут быть проблемы. Это вот я чисто из-за этого сообщаю. Mm-hmm. Потому что, вот, они даже сразу пишут, функция выделенный сервер экспериментальная. Шанс столкнуться с неожиданными ошибками и задержками выше, чем при одиночной игре. Короче, они сами не знают. На серверах с большим количеством игроков чаще случаются задержки в ответа сервера. Если вы новичок, рекомендуем начать с одиночной или совместной игры. Угу. Об этом я, кстати, еще напомню чуть позже, когда будем на серверы заходить, почему. Они, наверное, рекомендуют для новичков с одиночной начинать. Угу. Но в остальном я немножко пробежал вперед, и я понял, что разницы я не заметил. Что там персонаж создаешь, что здесь. Так что чатик, как только какая-то проблема, все коллективно такие, ну вот, повылазило. Ну, в смысле, проблема. Так, ну а дальше давайте создавать. У нас кооп. Вы еще не поняли? Я вместе с вами. Я тут буду. Отдельным окном. Ха-ха-ха. Наташа даже попробует позаписывать. Я попробую позаписывать, да. Отдельным окном. А получится там что-то? А если что-то получится сделать, то будет вторая версия от меня еще в Бусти. В Бусти, да. Как вам версия такая? Игры. Это все, в общем, хорошо. Но давай мы сделаем синхронизацию. Давай. А я думал, ты хочешь сказать, ну давай уже начинать. Начинать надо? Нет, стоять, стучать. Стоять, стучать, я поняла. Сейчас она вам похлопала. Сейчас. В ушки. Сейчас, подождите. Чтобы кровь из ушей. Ну подождите, ну... Так, выключаю. Ты готов? Сейчас, подожди. Все. Все. Мы тут. Все. Я похлопала. Смотри. Тебе надо зайти в совместную игру. Так. И прописать там 10.10.1.253. А вот этот через двоеточие порт... Подожди. Ставить не трогать. А, не код, а который вторая строчка, да? Да, да. Угу. Кто это смотрит, можете не пытаться подключаться. Это локальный... айпишник, вы к нему не подключитесь. На всякий случай. Так я вам хлопала, просто вы не слышали, чтобы вы не оглохли. Кстати, сервера игры, вот эти вот официальные, смотрите, вообще забиты. Просто 31 из 32, 29 из 32. Жуть. Так, что ты говорил, куда официальные сервера сообщества? Нет, вон, внизу IP. А, во, вижу. Вместо 127.001 сделай... 10.10.1.253. Ну, знаешь. Ага. Чатик, за какого персонажа мне играть? А, за барышню или за юношу? Да, решайте вы... сами. Дядька или тетка? Выбирайте. Я, наверное, останусь... А, не, я назовусь. Хотя нет, я останусь на Краус, чтобы мне... Да без разницы, оно не склоняется. Да, чтобы мне не париться с этим. Так же, как и склероз. Я могу вам, наверное, даже показать. Склероз склоняется так-то. Как? Ну, склерозина. Но это... Все девочки у меня склерозина. Это интерпретация. Словоблудие. Лифтхендер говорит за парня. Чатик среди наших рядов предатель. Да, я сейчас всех покажу в любом случае шаблоны. Смотрите, какие. Быстренько пробегусь. Подкачанные такие. Хорошие. Ой, ой, не то. А как листать? Кого-то ты мне напоминаешь. Этот у вас в Ханте ходит такой там дед, не дед, а это как его там, такой Каин, сутулый. Не-не-не, сейчас скажу какой. Я там не сильно шарю, но вы на него все время ругаетесь, он маскируется хорошо. Забыл как. Каин, значит. Каин, да. Только его заморать нужно, приодеть немножко. Ладно, тогда я буду склерозиной. Не знаю, хорошая ли мысль на русском называться. А то, может, там какие-то глюки будут. Ну, я тогда останусь в английской, да? Почему? Раскладки или поменять? Поменяй. Ну, давай, ладно. Комп у меня такой завелся, офигел. Ты, говорит, давно мне не баловала. С такими нагрузками. А, во, вот так можно. Так.
Ну, я себе более-менее там уже выбрал. Не знаю, может быть, Наташа хотела бы тоже кого-то из них забрать. Это какие здесь глазки есть. Я еще же не смотрела вообще. Саму форму глаз, получается, нельзя выбрать. Ну, ладно, я стандартный оставлю. А цвет глаз какой-нибудь, не знаю. Зеленый, но потемнее. Цвет бровей, ну пусть будет такой же. А, нет, стоп. А волосы? Какого цвета сделать волосы? Чатик. Серебристенькое. Тело вообще не меняется, да? Ой, меняется, понятно. То есть телосложение это так... Словность. Тип 1 и тип 2 это типа мужчина-женщина фактически. Ну, я так и поняла. Я так и поняла. Что-то мне голова уже не нравится. А какая... Ну ладно, я сейчас прическу я сам уберу. А, я поняла, вон она что. Меняется немножко. Чатик, я так понимаю, вот за такой цвет, да? Ну, этот чисто белый. Это ну, немножко... Руки какие-то очень длинные у нее. Да, они не очень пропорциональные. Мне не нравится. Ну или нравится, не знаю, ладно. Тут, да, кастомизация в плане цвета прикольная. То, что можно немножко даже вот так вот сделать. О, кстати, мне так даже больше нравится, пожалуй. У Наташи сейчас похожий цвет. Цвет чего? Цвет волос. Ну, похожий... Не, по умолчанию в шаблоне он был. Нет, я имею в виду твой цвет волос. А. Ну, как похожий? Очень натянуто похожий. Я сейчас не сделаю такой же. Ну, я прям сейчас светлая-светлая. Ей с короткой стрижкой, как у мальчика. Серьезно. У меня сейчас волос короче, чем у Саши. Ползунки в это здесь вообще очень странные. Я не оценил. Ты светленький будешь, да? Я вот такой, наверное, буду, да. Тогда я не буду делать у себя светлый. А-а-а. Я думала сделать что-то похожее, но... Раз ты сделал светлый, я тебе что-нибудь другое тогда придумаю. У меня чатик писал серебряный, прикольный. Хорошо, хорошо. Всем писал бирюзовый, нравится. В общем, там очень много, да. Я вообще обычно рыжих делаю. Не прогадаешь, называется. Ну, можешь делать рыжий, я тогда белый сделаю. Да, посмотрим. Это у него психологическая травма. Когда мы познакомились, я была рыжая с короткой стрижкой. Такой не сильно яркий. Что-нибудь такое. Психологическая травма. Ну да? Что? Ладно, все, я, наверное, так останусь. Нормально? Нормально, я считаю. Что-то тут стрижки какие-то такие. Такие, да. Не, ну там вот первая с хвостиком прикольно, мне нравится. Нет, с хвостиками прикольно, да. Не стал ее брать, потому что я так подумал, что, наверное, все ее и берут. Да, скорее всего. Ну, хотя, с другой стороны, с этой прической, наверное, тоже дофига народу бегает. Озвучки... Сейчас. Yeah!
У меня три как-то ближе всего. А дальше уже мужские идут. Что так? Все. Виу, виу. Да-да. Здравствуйте, здравствуйте. Всем привет. Вот почему рекомендуется, наверное, еще играть не в мультиплеере сначала, а в одиночной. Потому что в одиночной игре, когда создаешь мир и персонажа, тебя сразу кидают вот на плоскогорье начал. А здесь можно выбрать, где ты хочешь начинать. И тут количество диких палов. Видите, две звезды ресурсов. Здесь там, ну то есть, короче, сложность отличается. Короче, Саш, смотри, я выбрала либо вот эту вот, угу. либо вот эту вот. Я вот с такой, помню, что тоже ходила. Ну, мне обе нравятся. Ну вот. Поэтому я даже не знаю. Выбирай на свой вкус. А ты видела ползунки тела там еще? А можно поменять? Нет, нельзя будет поменять. А брови у тебя зеленые, это нормально? Нет, не нормально. Я просто решила сначала прическу выбрать, а потом уже остальное доделать. Ага. Был бы еще пучок волос слева, и получилось бы Мести, героиня из покемонов. Ну да, а там есть прическа, похожая на Мести. Но я думаю, что не будем... Мы в покемонах с Наташей не шарим. От слова совсем. То есть мы, конечно, про них знаем. Там Мести вот персонажа я точно видел, знаю. Еще там парочку видел. Хотя имен сейчас не вспомню, наверное. Ну, Пикачу. Кто не знает Пикачу, да? Тю! Тю! Че, мне, наверное, здесь лучше повисеть пока. Сейчас, да Наташа, я сейчас доделаю. Я уже практически. Или... А, я пока пойду, почитаю то, что там сидит у костра. Ладно, оставлю вот эту. С такой прической я тоже ходила. Хотя вот верхняя, вот эта вот, наверное, ближе к тому, что есть. Здесь ничего нет похожего, просто как у меня сейчас. Это слишком коротко, это слишком длинно получается. Вот это вот слишком длинно. Угу. Вверху вот это вот. А вот это слишком коротко. Вот это вот. Ну да. Ну это вообще такие прям... Да, да, да. И ничего похожего вообще нет. Угу. То есть... Тоже длинно очень. В общем, вот эту я оставлю тогда. Солвейк, спасибо. Я потом запишу. Я недавно обновил, кстати, список предложки в ВК. Ну что? Я пошел в мир. Сейчас озвучку посмотрю. Интересный, конечно, формат подачи контента вдвоем. Я вроде бы больше ни у кого не видел. Не знаю. Возможно. Хотя мы не сильно уникальны в этом плане. Я знаю, что у нас эту идею брали. Даже говорили об этом, что мы вот на вас смотрели, вдохновились и тоже сделали канал там с женой, там, с подругой, там еще с кем-то. Ну да, было такое. Причем даже не один раз такое было. А, так, хорошо. Прям такие кубики. Прикольные. Да. Ты тоже уменьшила немножко, да? Ну, тут, знаешь, такие ляжки прям. Да-да-да. Как возьмешься и не отпустишься. Ну что ты? Я предупреждала 18+. Нет, ну правда, когда там подержаться не за что, ну тут даже смотреть жалко, хочется накормить. А тут по умолчанию прям такие мощные предлагают. Тут жалко, нельзя как-то вот в высоту все вот это подкорректировать немножко. Да, не хватает ползунков, не хватает. А то только растянуть в ширину и все. У меня почему-то немножко картинка плавает. Я играю в окне, но она плавает. Угу. Поэтому после первого стрима посмотрим, может быть, что-то поменяется. Вон они ходят уже. Я бегу, Саша, я бегу. Овцы-бараны какие-то. Я бегу. Блин, все-таки какую прическу оставить? Нормально, что их так глючит?
Ладно, оставляю это. Что у меня тут? Я пока поболтаю тут с человеком, он там базовые какие-то понимания дает. Быстрые. Выживший исследователь. А, здесь страшная история, оказывается. Мне кажется, у тебя есть необходимые тренеру палов качества. Изготовь пал сферы, назови палов и сделай из них свою армию. Уровень тренера палов растет пропорционально числу пойманных палов. Пока не наберешься сил, лучше не приближайся к той башне. Это территория под контролем браконьеров Рейн. Им закон не писан. Если сунешься туда, тебя точно убьют. Так же, как моих товарищей. Ой, слушай, а почему у меня ролика этого не было? Стартового. И что делать? Не знаю. Но я надеюсь, у тебя запишется. Там ничего интересного, по сути. Мы просыпаемся на пляже, берем какой-то планшет и идем сюда. Угу. Вот этот средний самый правее. Вот этот, да, вот сюда. А я не зачитал, да? Мне кажется... Подожди, это было. Пока не наберешься сил, лучше не приближайся к той башне. Это территория под контролем браконьеров Рейн. Им закон не писан. Если сунешься туда, тебя точно убьют. Так же, как моих товарищей. Mm-hmm. Странно, он вроде еще что-то говорил. Он ресурсы вроде должен был дать. Ну я пропускал, да, этот ролик. Я не знаю. Я думаю, не принципиально. Там реально ничего такого. Если у Наташи запишется, она вставит вам его. Покажет. Угу. О, удерживать, вступить в гильдию. Давай. Это пригласить или вступить в Наташину гильдию? У меня нет гильдии. У тебя есть гильдия безымённая. Давай я сейчас назову свою гильдию. Назови. Как назовемся-то? Как-нибудь. Что, теплые коты? У нас либо матрешки, либо теплые коты всегда. У нас еще были амазонки голые. Голые, но было, да. Но мы не то чтобы голые, но так слегка оголенные, да. А, это именно вступить. Значит, мне надо. Будешь, чтобы Наташа нажала на мою. О, точно, у нас вон Юся в чатике. Я видела, она вчера играла. Поэтому она уже специалист. Ну пусть будет пока теплые коты. Теплые матрешки. Или матрешки. Как вариант. Нет, давай матрешки. Просто. Вот посмотри на меня. Красиво же смотрится склерозина матрешки, да? А, матрешки склерозина. Вот, вступай. Вступаю. Давай. И Тера хочет вступить в вашу гильдию. Одобрить заявку? Нет. Или да? Да. Ты офигел там? Что я теперь смогу с тобой сделать? Ничего, могу выгнать или сделать главой гильдии. Нет, ты что творишь вообще? Я просто смотрю возможности. Сервера у игры, кстати, в 60 FPS, прикиньте. Обычно все делают в таких играх 30 FPS. Тут вон дерево технологий. Скажи, вот смотри, видишь, висит, ну не висит, лежит древесина. Где, куда смотреть? Вот это вижу. А почему ты ее не так видишь хорошо, как я? Ну, видимо, у всех разная позиционка. Ладно. А если я сейчас сделаю вот так? А, ага. Удалить нельзя, что ли? Колесико не работает, вы только зафиксированы. А, кстати, да. Там можно, по-моему, вот да, по мне камеры сделать. Слишком вот близко к экрану оно. Или нельзя? Я бы хотела чуть-чуть отдалить. Ну, тут только область обзора немножко увеличить. И все. Ну вот, на 80 я поставил. Это ты где поставил? Сейчас как? Вообще! Куда смотреть? Графика. Там в самом низу ползуночек на 80. Область обзора? Да. Попробую себя ТАА поменять на FXAA. Может, у тебя комп не так сильно будет. В обратную. Угу. Хотя у меня тоже, по-моему... Ну, у меня тоже достаточно шумит. У меня просто тут на взлете. Ну, это еще не на взлете, но... Да.
Смотри, Ребит, я так понимаю, прям... вот эти точки быстрого перемещения. У меня прям, не, у меня волны прям идут, смотри. Ужас, ужасно. Тогда ты АА включай обратно. Привет, Эрик. Привет всем, кто там подходил, здоровался, если кого не заметили. Да, спасибо. Так нормально, да? Ну, получше. Пока еще не знаю. Нет, все равно, ребит, но получше, чем было. Он... Ты можешь попробовать. У меня какие-то волны проходят. Это волны, вертикальная, да, синхронизация. Хотя, по идее, не должно быть проблем. Ну, попробуй включить. Я сейчас тоже попробую включить. Может, у меня лучше станет с ней. Постоянно какое-то преломление на экране. Пока не вижу, где. Графику. А, вижу. Угу. Так будет лучше определенно. Все, не ребит. Все равно она близковато к экрану. Оптимизация? Не слышали. Не, но здесь не самая плохая оптимизация, к слову. Она довольно стабильно работает, по ощущениям. Я на максималках в целом 60 FPS играл, но мне же нужны свободные ресурсы для стриминга, поэтому ты... Нажми вот сюда. Вот. Если ты еще раз нажмешь, то увидишь карту. Угу. Ну, ты помнишь, мы выбирали. Я так понимаю, что мы на старте как раз выбирали вот эти штуки для перемещения. Ну, это на каждом острове, наверное, будет свое такое. Что-то такое, да, видимо. И погоди, далеко не уходи, давай слазим наверх. Я гуляю. Я просто пока тестил, я там лазил наверху и кое-что нашел. Почему бы сразу не слазить? А вон в ворота можно зайти еще. Какие ворота? Ну вот, откуда мы пришли? Мы оттуда пришли. А зачем нам туда? А что там? Там стартовая локация, мы оттуда прибегаем. Это другое. Не понял. Яйцо какое-то. Оно случайное, что ли? Забирай. Ага. Каждый забирает себе. Так, свое, да, у каждого? Ну, видимо, да. Построить инкубатор, нет, ну, в смысле... чтобы получать палов из яиц. Короче, ты забрала, мне не дали. А. Да. Понятно. Я думала, у каждого... Так сказал. А вон внизу ходят какие-то. Да, да, да. Давай еще выше. А, еще выше? Куда там выше-то? А-а-а. В смысле, у нас спецэффектов вообще нет. Спецэффекты есть, ну, Даша. Но она имеет в виду, что будет еще хуже, наверное, с качеством графики. В смысле, тормозить будет, наверное. Так, ой, у нас тут выносливость, да, есть? Да, я смотрю. Да. Очень похоже на Конана. Куда ты? Ну, короче, ладно, там надо наверх забраться. А я забираюсь. Да. У меня просто тут уже дорожка есть, тропинка. Mm. А, не хватило. У нас есть. Иду к тебе. Тут также, смотри, на С можно присесть. И отцепиться. Вручную, если надо. Так, что-то смеркалось прям. Да. Нам надо залезть на башню. Вот на эту или... А вот слушай, а может быть можно изнутри подняться? Я просто извращенец. Ой, как темно-то. Да. А мы еще и замерзнуть можем. А фонарик плохо есть? Иди сюда. Иди ко мне. Сюда это куда? Вот, вот я. Ага. Смотри, залезаешь чуть выше вот этой штуки, отцепляешься и стоишь на ней. На карнизе, в общем, можно стоять. Ладно, избивает дерево. Я так понимаю, нам пока у нас не будет инструментов, надо избивать камень будет и прочее. Здесь тоже можно встать. Я понимаю. И здесь можно будет встать. Спасибо, Саш. Пояснительная команда. Прям капитан по полной программе. Ну, я просто здесь несколько раз падал. Научный опыт. Вот, тебе, наверное, выносливости... А, ты молодец, сообразила. Хватило. Ну-ка, вот это я попробую забрать. Ага, это у каждого свое. Забирай. Не знаю, зачем оно нам надо... Но почему бы нет? Темно же. Это что-то для прокачки нужно будет, да.
теперь надо как-то спускаться. А вот как спускаться, я не знаю. Я прыгал и падал, но не разбивался. Mm-hmm. Нормально. А ты с какой стороны ты спрыгнул? Я что-то вообще не вижу, куда там падать. Да, падай просто. Да, но тут, видишь, инерция. Все по-честному. Вообще ничего не видно. Нам надо взять уровень, там можно будет факел сделать. Уровень можно взять просто сбиением дерева. Как я понимаю. Где? Или я уже взял? Нет, не взял. О! Отлично. Слушай, о, мы замерзли, мы замерзли. Да нифига себе, замерзли. Тут так старались и замерзли. Вы что, издеваетесь, что ли? Технологии. Что ты делать взяла ты? Второй уровень? Нет? Я не знаю, второй это был или нет, но что-то брякнуло. Сейчас. Я костер нам поставлю. Давай, ставь. А то у меня там уже ды-ды-ды. Опа, сейчас, 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 сейчас. Здесь, благо, топливо не нужно для костров. О, кайф. Вот этот камень нельзя собрать? Жалко. Надо было вчера начинать. Почему вчера? Потому что сегодня уже куча советчиков будет. Не без этого. Надо было около дерева ставить. Стояли бы сейчас, пилили дерево. Да. Я просто на скорость сделал. Я могу сделать верстак, на котором, который мы потом разберем. Угу. Ты не взяла второй уровень, да? Нажми там. А почему здесь не показывают? Технологии. Вот второй уровень у меня. Второй уровень. Вот технологии вкладочку можешь открыть. Там прокачка идет. Хватает ресурсов, ну, очков прямо вот на второй уровень полностью. Слушай, ну смотри, ты вот сейчас делаешь, я-то не буду получать. Мне что, дубли что ли лепить? Зачем? Смысл? Я думаю, там будет еще возможность, что, что поделать. Вот можешь факел сделать. Встаешь к нему, нажимаешь F. А, можно помогать? Ну-ка, подойди ко мне, нажми F. Держи прям. Удерживать работу. Да. О, смотри-ка, мы вместе работаем. Клево. А, я же не выбирала, что факел именно делать мне. Возьми факел. Это я поставил, потому что ставится, ну, строится. Ну-ка, пойдем сюда, иди. Ты меня греешь факелом? Фигушки. Иди возьми факел свой. Тебе... Да я думал дерево пособирать, пока мы... Пока ты меня греешь. У тебя есть факел? Слушай, я тут еще какую-то штуку находил. Сейчас. А, нет, не сейчас. Это делает там, я поставила. Видишь, да? Помоги мне. Чтобы опыт обоим дали просто. Плюс два. И тебе плюс два. Ну, раз у нас есть факел... Подожди, в смысле деревянная бита? Я думал, ты мне факел делаешь. А я факел выбирала вообще-то. Не знаю. Да я факел выбирала, блин. А чего она перестала... А, устала. Понятно. Я биты, по-моему, не сильно быстрее. Разбери ее обратно. Я могу. Мне не очень понятно, почему. А, может быть, камня это... нет. Я подумала, что это факел. Похоже было, я не прочитала. Ладно. Разбирай. А зачем? Я оставлю. Буду бить потом кого-то. Биты бить. Как там в Питере пить? Биты бить. Жалко, тут камня нет. Собирать пока. Долгий, интересно, вообще ночь-то. Саша, ты факел не той стороной держит. В смысле... Холодно. Насколько я понял, что здесь нельзя умереть от голода. Мы, кстати, есть должны.
А на что это влияет? Или от холода. Это просто снижает характеристики, но это не точно. Это очень... Дерево, ты чего такое? Толстое. Я тут где-то какую-то штучку видел. Что ее собрать? А можно топор сделать? Вот сейчас вот на старте. Топор можно будет сделать, но нужно, видишь, нужно ресурсы, да? Мы долго провозились на старте, как обычно, потом еще полезли сюда. Это ты меня повел? Ну, я-то по делу повел. Я согласна. Нашли что-то ценное. Ай. Я же помню, что тут что-то было. А где? Может, оно рандомно спавнится? Ладно, пофиг тогда. Каменная кирка. Каменный топор, камень, древесина. Камень нужен, да? Говорите. Факел, древесина нужна и камень нужен. Угу. Камень нужен! Нужен я камень! Я не лазил, поэтому я не знаю. Нам надо вниз спускаться, там куча ресурсов. Ну, надо скорее спускаться. Всего. Пойдем. Вон палка лежит, я вижу. Надо тогда разобрать вот это все. Мне бы факел. Хотя, да, если ты мне подсветишь путь, в целом это, наверное, нормально. Как тут разобрать сейчас? Режим разбора. Разбираю. Горит. Огненная женщина. Буркайся, Катрел. Че ты врешь-то? Че ты врешь-то? Поваляйся, все пройдет, блин. Это... Можно уже меня не гореть? Спасибо. Ищи дорогу вниз. А у факела есть какой-то ресурс? Все, уже утро, видишь? Отстань. Ладно. Как его убрать? Колесиком покрути. Ага. Нифига не видно. Сейчас включу. Камни больно, но нормально. Ну-ка, факел я меньше, тебя могу, кстати, поджечь? Нет, ты не поджигаешь. А ты вообще меня можешь ударить? Нет. Ну и отлично. Я не знаю, что у нас по настройкам. Вообще, какие настройки по умолчанию для серверов. Но вроде как, если мы будем умирать, мы будем оставлять все свои вещи на месте. Это не точно. Ладно, давай вниз. Где мы забирались-то? Да, точно не здесь, примерно. Здесь как-то высоковато. С той стороны мы забирались. Ну, у нас здоровье так, уже. Так, что-то у меня какие-то резинки. Резинки? Плохо. Плохо. Резинки, это значит, с сервером что-то не так. Хотя у меня нормально. По умолчанию будете терять все вещи, если умрете. Ну вот. Посмотрим как-то. А и они не подбираются, да? Ну, допустим, в Конане можно... Я проголодался. Надо вещи все... Подожди, я сейчас умру, ты с меня вещи соберешь. Ты уже умираешь, так и я сейчас тоже умру. У меня там урчит. Урчит. Ты тоже истощен? Да. Ты еще голоден просто. А, нет, подожди, я не умер от голода. У меня единичка хп просто. Мне надо как-то слезть и не разбиться. А как это делать? Ага, приседку когда? Давай найдем место, где мы... Подожди, а мы можем вот так вот просто карту открыть и переместиться? Я думаю, только от столба к столбу. Фигушки, да, от столба к столбу. А приседка у нас? С. И что, можно прям спуститься? Нет. Попробуй ко мне. Так нельзя спуститься, как я могу? Аккуратненько, у тебя же хп еще полное. О, ты не умрешь. Я О, нормально. Спускаться можно, но надо приловчиться просто. Так. Ты можешь меня оживить? Да. О, я уже. Прикольно. Вот это мне нравится. Надеюсь, я сейчас сразу и голодным не буду, и здоровье появится. Нормально, я сейчас спускалась вообще. Здоровье появилось, но я голоден. Я у меня тоже... сразу оно уменьшается. Я вниз. Тоже голодная. Скорее вниз. Кого есть будем? Не знаю, там какие-то бараны ходят. Может быть, их на еду можно пустить. У нас свет опять мигает.
Правда, мы их не забьем с единичкой здоровья. Как делать коробку? Коробка делается 5 камня. Так. Где бы взять? Где бараны? Вон, смотри. Я вижу каких-то... Петухов вижу, петухов. Петухи — это еда. Ну, сойдет на еду. Нам надо камень в первую очередь достать. Потому что я умру и все потеряю, надо... Он дерется! Он говорит, что это я еда. Сильно дерется? Я... А, они вдвоем дерутся. Короче, они помогают друг другу. Ну, ты живая, смотри, все хорошо. Эпическая битва. Надо было биту тебе отдать. Нормально, я их факелом. О, дерево. О, ты уровень взяла? Да, только что. Что с ними делать? Так ты... Мы их не убиваем, мы их оглушаем, смотри-ка. Так... Ой, это не камень. И что с тобой делать-то? О, он катается, прикольно. Блин, надо же делами заниматься. Так, нам нужен камень. Где камень, да? Камень, камень. Вот это камень? О, камень. Нашел камень? Две штучки. И барана нашла. Еще камень. Вот, давай быстренько что-нибудь ставь. У меня, наверное, что-то не то. У меня есть 2 куска мяса. А вон какая-то глыба. Вон это глыба. Называется чики-пи. Чики-пи? Чики-пи. И 2 яйца. 2 яйца? Блин, уже вечер, что ли? Да нет. А, камень нельзя так добывать, что ли? Для камня нужна кирка, наверное, какая-нибудь. Нет, ну кирку же нужно сделать из камня. Значит, это должен как-то собрать значит, камень. Значит, надо верстак делать. Мир друзей. Ну да. Дружественно сбило Тики-Пи. Они будут нападать на нас, если мы тут... Слушай, ну, наверное, можно сырую. Я потому что... Ну... Мясо пало Тики-Пи. Обладает ненавязчивым вкусом и легко жуется. Житель острова... Ла-ла-ла. О, у тебя есть еда? Я же тебе только что сказала. Употреблять в пищу. Взять половину. Жарь. Сейчас. Вот можешь костер мне попробовать сделать. Сибириан, поздравляю тебя с наградой. Получить роль булочка. 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 Саша, 1 хп. Я голодный. Я хочу есть. Сейчас Наташа мне сварит. Я поем. Так, выбор рецепта. Не знаю, как это делается. Два... Ой, яичницу могу сделать? Делай. Так. Кровать какая-то тут будет. Посмотри, чего я там вытворяю. Опа! Ого! А я могу помогать тебе. Ой, я забрал яичницу. Я ее сейчас съем. В смысле выбросить? А как есть? О, я немножко сыт. На 25% где-то. На 20, наверное. Забери. Иди возьми. Мясо, Саша. Сейчас. Мясо. Я просто хочу что-нибудь базовое пока поставить. О! Ого! 3 уровень. А есть смысл прям здесь ставить-то? Не уверен, но оно дешево стоит. Там по 2 дерева. Сейчас сгорит тут все. Что сгорит? На огне твое мясо сгорит. Оно горит там? Шучу уже. 76 здоровья. Кушать, в общем, правой кнопкой. О, вот мясо мне прям хорошо восстановило. Я почти сыт. А где у нас шкала? А, вижу. Да. Примитивный верстак. Я могу его в доме уже поставить? Надо разобраться, как кирку сделать. И как их ловить. Там какую-то фигню надо поставить. Чатик, как думаете? Внизу сверкает что-то. Чтобы сделать кирку, надо 5 камня. Надо где-то камень достать. Вот это вот что? Что? А может быть это не камень? Нет, это что-то больше на металл похоже. Подожди, а там вот куча какая-то глыба лежала.
Может, я могу. Почему у тебя красное все? Потому что я болен. Чем? Голоданием. Это какой-то палзиум. О, я могу собирать. Что это? Это же камень? Это камень больше по. Да, вот это камень. Ура! А так ты же съел яичницу и мясо. Ну вот, я пока недостаточно здоров. У меня 200 здоровья. Не шарю за игру, но вот эта синяя фиговина на верстаке похожа на покебол. Это что-то такое и есть. Там какие-то сферы надо будет кидать и ловить их. Так, ладно, к тебе еще вернусь. Сейчас будем разбираться, как это делается. Тут какая-то большая глыба чего-то. Прям. Это кто? Надо кирку делать. Ну. Ты не собираешься, ты не собираешься. Камень внизу вижу. Там наверху тоже камень есть, да, Саш? Я думаю, мне уже хватит. Все, у меня есть камень. О, я могу пал-сферу сделать. Дай мне дубинку. Или давай я сделаю. Я тебе давай сделаю. Давай. Помогай. А вообще, подожди. Вообще, давай я тебе ее отдам. Выбросить. Вон, забирай. Я хочу сделать себе лук. Вот, пока что сделать кирку. Это я себе. Пал-сферу можно одну сделать. Откуда у нас осколок палзиума? Я притащила. Подожди, у нас общие ресурсы? Похоже. А ты ничего не прокачала? В смысле ничего не прокачала? Погоди, то есть... Ты о чем вообще? А, у нас реально общие ресурсы. А куда оно уходит? Я не поняла. Где оно хранится-то вообще? Вот открой инвентарь. И правда общие ресурсы. Прикольно. Так а ты закинул мне. У тебя же теперь нет. Нет, я тебе не закидывал. Так, скажи мне, а что-то я не пойму. А выбирать-то оружие чем? У нас если циферки не работают? Руками изменю каждый раз, что ли? Я не знаю. Я не знаю. Тебе дубину ты себе забрала, да? Закидывать. На лук мне древесины не хватает его. Три оружия. А, ее сначала надо экипировать. А, все, я поняла. Ладно, я пошел. Ну-ка, мне расскажи. Закинь ее в инвентаре себе в ячейку, и потом уже можно будет выбирать. А, все, понял, ага. Может быть, как-то быстрее можно, но я колесиком выбрала. Ага. Здрасте. Тебе топор, может быть, тоже сделать? Да, сделать. И кирку, и топор, короче. А Наташа пошла морду бить сразу. Ты у меня голодный ходишь, ты чё? Я пойду пал-сферу сделаю. Интересно, когда-то далеко я смогу тебе у тебя взять этот пал-сферу? Сейчас. Смотри. Подойди-ка ко мне. Иу. Или выкинь мне. Ого. Что? Я не могу без тебя сделать. Иду. Ползим. Я сейчас пока кирку тебе сделаю тогда. Забирай. Так. А, на каменный топор мне не хватает камня. Да ё-моё. Пошу камень собирать. А вот это всё-таки можно собрать? Нет. То есть ресурсы здесь все, либо они валяются, их можно взять, либо они вот такими вот большими кусками. И... А, это вес. И у инструментов, я так понимаю, нет никакого ресурса. Так вот из камня тоже вот этот материал добавляется. Ой, добывается, ползём. Ага. Вон оно что. Есть отдельно, то есть ресурс такой. Да фиг знает. А есть вот в каких-то, видимо, в меньших количествах добывается.
Да, слушай, у меня добылся. Еще у меня какая-то... А, металлическая руда у меня добылась. О, устала. Топор тебе еще нужен, да, получается? Да. Привет, привет, ребят. Ну, там муж голоден. Убивать, убивать. Ну? Убивать. Удерживает работа. У меня теперь есть сфера. Нажмите Q, чтобы бросить сферу. Вон валь... А, и поймать шо? Пала. Ослабленных палов поймать проще. Они вон валялись только что здесь. Ну-ка. Сейчас мы барана поймаем. Так, что такое? Я застряла. В смысле, я перегружена? А, вам тяжело нести, понятно. Где там... Иди помоги мне что-нибудь отнести. Давай. О, я тебе топор отдам. Стоп, а где топор? А вот он. А как выкинуть? А вот, увижу. Можешь забрать? Камень забрал. Топор забери. Угу. У кого урчит в это? Иди сюда. Животе? У меня, видимо. Сейчас покормлю. А ну иди сюда. Какой хорошенький. Забирай. Это у нас ламбол. И что мне, просто в него кинуть? Я не знаю, разбирайтесь с своим... Ой. Болом. Я что? Не знаю, я куда-то выкинул сферу. Короче, надо открывать и читать. Я тут... Они прикольно катаются такие. Ребят, если мем-алерты вам мешают на этой игре, то я могу их выключить, смотрите. Ну да, скажите, то есть убрать их или... Да. Или оставить? О, там внизу! Там внизу! Ты глянь! Диносум там какой! 14 уровня. Самец! Получается. Самец агрессивный! Ага. Ты погляди! Их тут еще и можно разводить, да? Почему они вроде так? Вроде да. Подчеркнули именно это, что он самец. Пока не мешают, но я так смотрю, народ бонус этот активирует. Посмотрим, ладно.